Приветствую вас, дорогие мои подписчики. Сегодня мы делаем расклад сон вот на такой замечательной моей коллекционной колоде, которая называется «Тотемные животные и луна». Расклад небольшой, но если у вас имеется какой-то сон, который не дает вам покоя уже, либо часто повторяется, либо вы никак не можете разгадать, о чем он и для чего он, то тотемные животные сейчас дадут подсказку. Итак, вспомните свой сон. Не надо вспоминать когда, просто в общих чертах можете даже энергии этого сна вспомнить. И первая позиция. О каком особом событии или ситуации или действии или эмоции этот сон был? О каком событии, ситуации, действии или эмоции был этот сон? Воин, возможно, смотрите. Тут у нас очень красивый волк. И разговор о том, что это карта огня. Карта, принадлежащая к стихии огня. И тут явно вы движетесь к какой-то цели. У вас все под контролем, но по этой карте вам идет подсказка, что ваши эмоции могут помешать достижению этой цели. А воин вам говорит: учитесь себя контролировать, и цели вы добьетесь. Достаем следующую позицию. Что блокирует в сознании это послание? Что блокирует в вашем сознании это послание из сна? Так. Здесь у нас выпадает тройка воздуха. Ну, в обычной колоде это была бы тройка мечей, да. И о чем эта карта говорит? Карта говорит о выборе, о том, что этот выбор вам пришлось, о котором рассказывает сон, да, вам пришлось делать по воле разума, а не по воле сердца. И на этой почве у вас присутствует гнев, возможно, и присутствует ярость. Третья позиция. Какое самое значительное послание или вывод от этого сна? Какой вывод вам нужно сделать от этого сна? Так, смотрите, карта 0. И эта карта очень замечательная и символичная. Она говорит о том, что очередной этап развития личности, трансформации происходит у вас. И именно с этим связан ваш сон. Сила духа – это основа достижения вашей цели. Для ее обретения необходимо принять себя таким, какой вы есть или какая вы есть. И перестать сопротивляться тем событиям, которые входят в вашу жизнь в связи с тем, что происходит трансформация. Берем следующую карту. Это у нас заключительная карта. Как воплотить этот сон, это послание в реальности? Как воплотить этот сон, это послание в реальности? Замечательная карта, смотрите, какая классная. Карта знамения. А если переводить на классическое таро, то это будет туз пентаклей. Да? И вот как вам воплотить данное послание через трансформацию, если коротко,
говорить, да, через трансформацию, через изменение своих внутренних качеств, своей личности, через ваш путь к осознанности и просветлению, вы можете прийти к очень серьезным материальным благам. Все ваши усилия и труды начнут воплощаться в вашей жизни. Но, однако, если вы ничего не будете делать, то ничего и не получите.